Давайте поддержим наше молодое поколение громкими аплодисментами. Ребятки, ну, раз мы сегодня занимались спортом, да, мы продолжим со спортом. Итак, сейчас я вам буду называть предмет, ваша задача до него добежать и прибежать обратно. Либо цвет. Кто первым прибежит, тот и побеждает. Вы готовы? Три. Так, сейчас все. Раз, так, дайте немножко поколение. Итак, подождите, ребятки, задача простая. Прямо сейчас добежать до пола и вернуться обратно. Вот кто первым прибежит, дотронется до него и вернется обратно, получает подарок. Вес фактура в лиге 65 килограмм. Все. Вот она была первая. Отлично. Давай. Не надо было скому, надо было просто не улыбнуться, и все. Идем дальше. Смотрите, пожалуйста. Итак, видите, девочку с белыми косичками. Буду бежать на нее и обратно ко мне. Да. Кто первым прибежит, тот и получает подарок. Опа, есть. Отлично. Яна, у нас. Это тебе. Так, ребятки. Так, не расходимся. Итак, смотрите, посмотрите повнимательнее вокруг. Видите, да? Итак, сейчас все очень и очень просто. Да, что это просто. Посмотрите на всех повнимательнее. Итак, ну что же. Важно, значит, добежать до флага и обратно. Вот так, просто. Вот здесь, молодцы, молодцы. Давайте покрасим, будем с финичками победить. Но для начала я хотел бы пригласить сюда вот всех ребят, которые забрали подарочки, выиграли их, подходите сюда. Нам здесь нормально будет? Отлично. Итак, давайте, ребятки, у нас еще будет возможность сегодня разыграть подарочки. Итак, чирюльки. И покажите. Уходи на ногах. Хорошо. А теперь самое сложное, ребят. Вы готовы? Вы уже все уже выиграли. А вы еще хотите поучаствовать? Ну хорошо. Последнее. Друзья, вот сейчас смотрю. Итак, добежать до красной коляски и обратно. Еще подальше. Итак, вот сейчас зайдете фотограф и обратно. Итак, кто первый? Так, давайте так, у нас уже два ребята. Давай, выходи. Так, у нас двое, ребят. Ну что же, сейчас вручу вам специальные подарочки. Уходи на А Саша, это тебе, забирай, молодец, это тебе, два раза практически. Ну что же, это красное, это цвет победителя, а ты как твоя толстовочка, смотри, практически один цвет. И красный, и розовый, нормально, ну что же, ребята, не расстраивайтесь, те, кто не выиграл, у вас еще сегодня будет возможность выиграть подарки. Вы готовы их забрать? Еще, конечно. Хорош. Она, у меня еще будет возможность его. У нас полно подарков, не переживай. Итак, дорогие друзья, ну а в скором времени нас ожидает. Мастер класса боевого искусства, друзья. Поэтому я хочу пригласить всех сюда ближе к цели, у меня такой вопрос. Кто хотел бы выиграть квадрокоптер? Можно вот сейчас музыку немного потише? Сегодня вообще, друзья, у каждого будет возможность выиграть квадрокоптер. Я сразу хочу сообщить главную информацию. У нас появился сайт, друзья. Сайт. Настоящая, мощная площадка под названием selfie.ru. Что это такое, друзья? Все самые крупные, масштабные события находятся в этом сайте. Вы бы хотели знать, какие последние самые крупные мероприятия будут проходить на Западе по всей России? И принимайте наблюдение. Точно? Итак, дорогие друзья, у вас прямо сейчас будет уникальная возможность для начала зарегистрироваться вот на том стенде. Это для начала. Ну и, конечно же, друзья, с помощью сайта вы можете быть всегда в курсе всех интересных событий.